Всем привет! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Время меняет всех. Российские звезды не исключение. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий популярных личностей, которые в молодости выглядели совсем не так, как сейчас. Юрия Стоянова, Веру Брежневу и Анастасию Волочкову узнать труднее всего. Лариса Долина. В молодые годы Лариса была большой поклонницей ярких и броских образов, которые создавала себя самостоятельно. На снимках 80-х годов певицу можно было наблюдать с макияжем, сделанным в фиолетовых тонах, а также в особых нарядах. В настоящее время певица не только иначе выглядит, но и одевается совершенно по-другому. Кстати, эти изменения пошли ей на пользу. Вера Брежнева. На фото выпускница Вера Брежнева. Здесь она почти никому неизвестная Вера Галушка. У девушки с ранних лет было плохое зрение. Она коротко подстригала волосы, но уже в то время красила их в белый цвет. Если честно, сейчас в этой девушке сложно узнать популярную ныне звезду. Годы пошли ей только на пользу. Олег Газманов. Сегодня Газманову 67 лет, и у него есть красавец-сын Родион. Его семья считается одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе, а Олег – поистине харизматичный мужчина. Глядя на его ранние фото, невольно понимаешь, что с годами певец стал только обаятельнее. Юрий Стоянов. На фото мы видим молодого Юрия Стоянова в 80-е годы. Здесь он еще не участвует в популярных проектах и не является героем популярного городка. Многие поклонники актера отмечают, что в молодые годы он был очень даже привлекательным мужчиной. Валерия. Что касается певицы Валерии, то в настоящее время она лишь похожа на себя в прошлом. Поклонники артистки отмечают, что она стала более ухоженной и счастливой. А также многие интересуются, какой именно эликсир молодости она использует. Анна Седокова. Внешность певицы Анны Седоковой с годами изменилась не сильно, но заметно, как она была подогнана под стандарты голливудской красоты. Видимо, в своей карьере эта девушка сделала ставку не на свой талант, а на внешность. Нужно отметить, что в этом Анна не прогадала. Сейчас Седокова воспитывает троих детей и является матерью-одиночкой, а также самодостаточной женщиной, которая может обеспечить все как себе, так и детям. У нее периодически случаются романы, но заканчиваются они довольно быстро. Видимо, требования к мужчинам у Анны слишком завышенные. Анастасия Волочкова. В юные годы балерина обладала невероятно милой внешностью, из-за которой вокруг звезды то и дело порождались различные слухи, которые в основном сводились к романам. Эта удивительная блондинка с зелеными глазами и модельной внешностью не могла оставить мужчин равнодушными. Собственно, и сейчас мало что изменилось. Сейчас популярной балерине 43, и она по-прежнему довольно хорошо выглядит. Ну, конечно же, естественные изменения во внешности не обошли ее стороной, но, несмотря на это, Анастасия по-прежнему полна энергии и сил. Она активно реализует свои возможности и достигает своих целей. Лера Кудрявцева. Молодую Леру можно узнать разве что по разрезу глаз, что ли, а ну еще удлиненному овалу лица и по знакомой форме губ. Во всем остальном телеведущая очень сильно изменилась, начиная от цвета волос и заканчивая формой носа. Несмотря на это, она не стала менее привлекательной, даже наоборот, с возрастом она приобрела свой особенный женский шарм, который не оставляет равнодушным никого. Последняя героиня нашего видео – прекрасная София Ротару. Что касается нее, то поклонники уверены, что она, как и Валерия, где-то берет свой секретный эликсир молодости. Перешагнув 70-летний возрастной рубеж, певица по-прежнему свежо и молодо выглядит, чем очень радует своих поклонников. Кстати, на фото в молодости Софию с первого раза узнать мало кому удается. А вы узнали этих артистов в молодости? Пишите в комментариях, кого не узнали. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!